Queridos amigos, todas las series y películas en este canal están en su idioma original ruso. Para activar los subtítulos en español, por favor siga estos sencillos pasos. En la esquina inferior derecha hagan clic en Configuración. Seleccionen Subtítulos. Elijan el idioma y por supuesto no se olviden de suscribirse a este canal. Que disfruten del cine ruso. Тата! Вы меня? Ну, в сказках обычно лягушка, а не собака, но... Не знаю еще, конечно, принцесса вы или нет, но инопланетянка однозначно. Только если с планет блуждающих двоечников. Что, вашу собаку Тата зовут? Да. А меня Влад. А я Таня. Тата и меня дома зовут. Понятно. А где ваша собака? Да в том-то и дело, что это не моя собака. Друзья попросили присмотреть, а сами уехали. Ну вот и... Тата! А она большая? Ну, такой маленький терьерчик. Тата! 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 Иди сюда! Иди сюда ко мне! Хорошая собака! Ай, какая хорошая собака! Опа. Но козатая не собака. Ну что, давай теперь проводим нашу инопланетную гостью до ближайшей летающей тарелки. Если, конечно, вы не против. Не против. Ну, тогда пойдем. Ну, не убежишь от меня больше. А что вы делаете ночью в парке? Поэтому, когда в очередной раз я понимаю, что устал от Москвы, я просто беру, сажусь на колеса и уезжаю в какой-нибудь маленький городок наподобие вашего Даниловска. Мне очень нравится наблюдать за этой тихой жизнью изнутри. Ну, такая уж она и тихая. Ну, это смотря с чем сравнивать. Ну, да. Мне иногда тоже кажется, что у нас здесь как-то все уныло, однообразно. Значит, нужно съездить в Москву. Возвращаюсь и понимаю, что у нас все очень даже хорошо, тихо, спокойно, все друг друга знают. И никому ничего не надо рассказывать. Всем и так про тебя все известно. Тоже верно. Да-да-да. Жаль вот только, что я не местный. Так бы я, наверное, знал, почему ты сегодня такая грустная по парку шла. И не пришлось бы задавать бестактных вопросов. Это не секрет. Я завалила экзамен. Серьезно? Да ладно. Это ж супер. Я уж думал, у тебя проблемы на личном фронте. Если бы. А какой предмет сдавала? Мировая экономика и международные экономические отношения. Второй раз супер. Я-то думал, у тебя там патанатомия какая-нибудь или что еще хуже, сопромат. Ой, что может быть хуже, чем экономика? Поверь мне, еще много чего. Я, кстати, могу помочь тебе с ней. Когда у тебя пересдача? Недели через три, наверное.
Наш кошмар Кошмарыч придерживается строгих правил и в невезение с билетами не верит. Велит заново готовиться. 3 раза супер за 1 вечер. Я думаю, на этом наши судьбоносные беседы можно завершить. Иначе пропадет удача. Не поняла? Шучу. Я завтра уезжаю на несколько дней, но когда вернусь, смогу помочь тебе. Так как тебя лучше найти? Соцсети или номерок оставишь? Пиши. Тат, ну это что такое? Ты где была? Где твой телефон? Ты почему на звонки не отвечаешь? А я вся изнервничалась. Танечка, ну, все хорошо. Что хорошо? Я Тат. Забыла включить звук на телефоне. Ты забыла? Ну, я что, я робот, что ли? Ты где была? Везде. Ну, я захотела прогуляться, воздухом подышать. Как твой экзамен? Экзамен я завалила. Вот только что? Не говори мне, что ты меня предупреждала и что ты так и знала. Я сама так и знала. Ты меня просто удивляешь. Ты не расстроена? Нет, почему? Я сначала расстроилась, а потом расслабилась. Мам, ну небо же на землю упало. Перестану. Так, что-то случилось? Я познакомилась с одним очень интересным человеком. Ну и? И он пообещал, что подготовит меня к пересдаче. Все? А что еще? Так. Ты что, влюбилась, что ли? Мам, с чего ты взяла? Да я вижу. Мам, я спать. Спокойной ночи. Так. Мам. Доброе утро. Доброе. А что за неожиданный выходной? Страшными звуками не будили, на пробежку не гнали. А что за ирония? Тебе не понравилось? Очень понравилось. Может, это будет наша новая традиция? Не дождешься. Просто у нас сегодня праздник. Начинаем новую жизнь. Нет, но это не наш личный праздник, это общий праздник. Помнишь, как ты в детстве говорила? Всех не... При всех не, да. Но ты понимаешь, что наша доблестная администрация наконец-то решила проблему с расселением пострадавших. Ой, их куда-то переселяют из дома отдыха? Не куда-то, а в хорошее новое жилье. И вот в связи с этим мэрия всех тех, кто помогал этим пострадавшим, приглашает сегодня на что-то архиторжественное. Здорово, и ты тоже пойдешь? Ну, я пойду, и вы с Аськой пойдете, вы же тоже помогали. Я очень рада, что отцы нашего городка решили сказать спасибо тем, кто работал вместо них. И с удовольствием бы посмотрела на это представление, но у меня другие планы. А ты не могла бы перепланировать свои планы? Ну, на завтра, например. Не могла. Я иду подавать документы в ветеринарный колледж, а потом забираю Юру из больницы. А Юра твой, конечно, сам не доберется, да? Ну, конечно, он может сам добраться. Но это же та забота, за которую ты все время радеешь. Ась. Ну, что не так? Тем более у меня в последнее время руки чешутся. Мне нужен новый объект для заботы взамен сбежавшей в эмиграцию звезды Аделаиды. Ась, посмотри, какой мне надеть, это или это? Надень оба. Ну, я серьезно. Ну, что ты так суетишься? Или там этот будет, как его зовут? Влад? Нет, он уехал пока. А когда приедет? Не знаю, наверное, через недельку. Ой, терпеть не могу неопределенности. Ну, как только приедет, познакомь меня с ним. Хорошо. А зачем? А затем, что ты в облаках летаешь, а я практичная. Вдруг он этот... Как вот? Маньяк? Ну, вот-вот. Сейчас вообще никому нельзя верить. Ась, ты чего? М? Ты это из-за папы? Я тоже переживаю. Да ничего я не переживаю. Пусть он сам переживает. Вообще непонятно, зачем приехал. Ну, как зачем? С мамой развестись, бабушку забрать. Ладно, пусть они сами разбираются. А как Влад только приедет, ты меня с ним познакомь. Хорошо. Да какую мне надеть? Вот это. Я тоже так думаю.
Какая-то у меня красотка. Просто куколка. Детали одной не хватает. Сейчас. Ручку давай. Мам, ты что? Это же твой любимый браслет. Ну, а теперь будет твой любимый браслет. Мама, спасибо тебе. А мы вместе поедем? Нет, я сначала в салон красоты. Ах, вот оно что. Очень хочется праздник. Только ты сама ко мне подойди, потом, ладно? А то вдруг я тебя не узнаю. Ой. Спасибо. Я думала, эта неделя никогда не кончится. Так, Юра. А? Если ты еще раз полезешь в окно, я тебе голову оторву, понял? Понял, я понял. Рви на здоровье, самой же потом пришивать. Почему это мне пришивать? Ну, а кому еще? Ты же не передумала? Асич, ты ведь не передумала, кому пережить? У меня сосед на 3 месяца в экспедицию уехал. Юр, я не передумала, честно. Ну что, я маятник, туда-сюда бегать. Просто я хочу это как-то помягче сделать. С мамой? Ну да. Понимаешь, одно дело, я сгоряча ляпнула, а другое вот... Правда, взять и уйти. Мне хочется как-то по-человечески, чтобы она меня поняла, а не согласилась, потому что я псих. Да никакой ты не псих. А ты с ней разговаривал? Да нет, конечно. Но я обязательно поговорю в самое ближайшее время. Ты на меня не сердишься? С чего? Я когда грохнулся, ногу повредил, а не голову. Ладно, пойди. Якунин Александр Генрихович. Благодарю. А сейчас приглашается Плетнева Вера Ильинична. От администрации и тебя лично благодарю вас. Спасибо. Успехов вам. Спасибо. А еще? Красота. Спасибо. Здравствуйте. Приглашается Устинов. Поздравляю вас, Вера. Да, меня-то особенно не с чем. Я так вроде ничего особенного и не сделала. А вот вас действительно можно поздравить. Поздравляю. Спасибо. Моя старшая дочь, Таня. Которая в день взрыва, насколько я помню, сдавала экзамен. Очень приятно познакомиться. Ася мне много рассказывала о том, сколько вы сделали для спасения пострадавших. Ну, это моя работа. Вот вы действительно молодцы. Вы не обязаны были, но помогли. Ну, вы же тоже не обязаны были выбирать себе такую работу. Честно говоря, я просто хотел откосить от армии. Ну что, дамы, может, пройдем поближе к банкету, а то есть хочется. Мам, а я в гостиницу, а то там мимуша одна. Если вдруг что-то, мне сразу набирай, я приеду. Мама. У тебя сегодня праздник. Александр, присмотрите за ней, пожалуйста, чтобы она не сбежала с бала трудиться. Даже если она сбежит, то я ее догоню. Ладно, всего хорошего. До свидания. На связи. Спасибо. А мне, на самом деле, всегда очень неудобно на таких мероприятиях. Такое ощущение, что все это показуха. Нет, ну серьезно, отдали бы лучше деньги пострадавшим, разве нет? Да. Я, честно говоря, тоже не в своей тарелке. Тем более... Есть как полковая лошадь, то я не люблю, да я не умею. Я обязательно что-нибудь прокину. Это хорошо, если на себя. Кто вообще придумал эти? Фуршет. На фуршетах обычно не едят, а завязывают знакомства. Ну, кому какие требуются. Кому полезные, кому приятные. А может, ну и всех. Если у вас нет далеко идущих планов относительно полезных знакомств. Абсолютно никаких. Тогда, может, вы согласитесь на приятное знакомство в моем нахальном лице, и мы покинем это мероприятие? С превеликим удовольствием. Спасибо, Асич. Мне так жутко неудобно, что ты все эти сумки таскаешь. Ничего, разок можно. Тем более, что всю оставшуюся жизнь таскать их тебе. Да запросто. А когда сегодня Вера Ильинична дома будет? Ты все-таки хочешь поговорить? Может, лучше не нарываться? Знаешь, больше всего на свете я терпеть не могу страусиную политику. Поехали. Сразу все решим. Нет, если серьезно, я занимался спортом, неплохо стрелял, даже призы получал какие-то. Потом пошел в аэроклуб. В общем, времени на комплексы как-то не оставалось. В МЧС как попали? Честно? По убеждению.
И работа мужская, и не на войне. Но работа вообще-то опасная. Я представляю, как ваши близкие переживают, когда вы по своим бесконечным командировкам мотаетесь. Да нет, вы знаете, переживать-то некому. Родители ушли давно, своей семьи как-то не вышло. Была одна попытка, но, знаете, частые командировки, они не способствуют укреплению семейных уз. Mm-hmm. Жену я отпустил в более выгодный со всех точек зрения брак. Живет она где-то то ли в Австрии, то ли в Швейцарии. Детей у нас не было, поэтому я спокойно мотаюсь по командировкам и не боюсь, что кому-то страшно за мою отсутствие. Ну, то есть вы хотите сказать, что это хорошо? Вы знаете, это не хорошо и не плохо. Это просто вот так есть. Угу. Знаете, Вера, может быть, как-нибудь поедем на пикник? Вы только не подумайте, я ничего такого не имею в виду. Возьмете Асю, Таню, а я приглашу друзей, которые... Да, которые мне расскажут об оставшихся ваших достоинствах. Слушайте, где-то я это уже, по-моему, видела. В одном чудесном кино. Помните? Ну, насколько я помню, финал там неплохой. Ой, Саша, у меня в последнее время столько всего произошло, что я просто перестала верить в хороший финал. Юра. Добрый день, Вера Ильинична. Здравствуйте. Не ожидала вас увидеть. Привет. А я к вам по делу. Угу. Я хочу жениться на Аське. И я пришел просить у вас согласия. Я очень надеюсь его получить. Знаете, я не знаю, как правильно делать предложение, но вот это именно оно. Ага. Слушайте, я как-то... Вы меня просто врасплох застали. Я даже не знаю, что вам сказать, честно. Слушайте, вы только не подумайте, что я против и все такое прочее, но, Юр, вы сколько встречаетесь? Буквально месяц, по-моему, да? Ну, разве можно узнать человека за месяц настолько, чтобы потом всю жизнь с ним прожить? Не то чтобы я хотела надавить на больное, но вы с папой до свадьбы несколько лет друг друга знали. И что? Чем это кончилось? Вот именно. Я как раз об этом и говорю, что даже долгое знакомство не дает никаких гарантий, что мы можем быть о месяце. Ребятки, вы только поймите, что я хочу сказать, и не обижайтесь. Вы очень хорошие, правда, просто замечательные, но вы очень разные. У вас сейчас кипят эмоции, я понимаю, но со временем вам будет все сложнее и сложнее находить общий язык. Вот я не знаю, как объяснить вам это, но... Вам в детстве разные книжки читали, понимаете? А я, Вера Ильинична, в детстве книжек вообще не читал. Я сейчас наверстываю упущенное. Ну, это и говорит. Это ни о чем не говорит. Если для того, чтобы Аська была со мной счастлива, мне нужно будет прочитать все те книжки, которые она читала в детстве, то я готов это сделать. И я понимаю, что у меня низкий старт. Но это говорит лишь о том, что мне придется прыгать выше, больше и чаще, чем все остальные. Это нормально. Ты всегда учила меня видеть главное и в явлении, и в человеке. А сейчас ты ведешь себя как домостроевская сваха. Не нужно мне твое согласие. Ась. Я совершеннолетняя. И вообще это Юра захотел, чтобы все по-человечески было. Ася, не психуй. Я ничего плохого сказать не хотела. Ну, правда, я ничего плохого сказать. Просто вы еще очень молодые. И ничего хорошего тоже. Если Татка хочет, пусть ждет, пока ей мама богатенького женишка подберет. Угу. А мне этого не нужно. Пойдем отсюда. Огромное тебе спасибо за цветы. Совершенно неожиданно и очень приятно. Вера, давай встретимся. Прямо сейчас? Почему нет? А, нет, ничего, просто у меня такой
Ну, день тяжелый, я очень устала. Послушай, ну я же тебя не работать зову. И потом наш конфетно-букетный период чересчур затянулся. Пора принимать кардинальные меры. Вер, я понимаю, почему ты не можешь принять наши с тобой отношения. Ну, соломенная вдова — это не самый лучший статус, тем более здесь, в провинции. Но ты же понимаешь, что все изменилось? Мишка, ну да, у меня все изменилось. У меня, понимаешь, не у нас. Ну, я тебе давал время на подумать, ты просила. Ну, скажи мне, сколько тебе еще нужно? Мишка, что не так? Ну, как ты не понимаешь? Да я хочу очень понять, хочу, но только, пожалуйста, не надо вот этих вот виляний, я уже взрослый мальчик. Скажи, что не так. И скажи мне, как ты хочешь, чтобы было? Мишка, я не виляю, я с тобой предельно откровенна. Ты мне нравишься, ты очень интересный человек. Добрый, великодушный. Ну, ты понимаешь, какая штука? Ну, чувства нельзя вот так вот включать и выключать по команде, только потому, что этого хочется. Это химия. Она вообще от нас никак не зависит. Понимаешь? Вер, какую-то ерунду ты говоришь. Ну какая химия? Мы с тобой взрослые люди. Ну ты что, не знаешь, какие кнопки нужно включать и выключать? Ну я тебе расскажу, покажу, ну. Миш, ты вообще не понимаешь, о чем я тебе говорю? Я допускаю, что ты очень хорошо разбираешься во всех кнопках. Возможно, я в них ничего не понимаю, но я знаю, что такое настоящее чувство. Я помню его вкус, запах. Его невозможно ничем заменить. Мишка, ну ты понимаешь, что ну так получилось, что я тебя, ну не люблю. Ну не люблю я тебя, понимаешь? Доброе утро. Мам, подожди. Я хочу с тобой поговорить. Сядь, пожалуйста. О, какая серьезная. Ну? Я не Ася, и бунт тебе устраивать не собираюсь. Ты сама говорила, что нет ничего такого, что нельзя объяснить словами. Так вот, я объясняю. Пожалуйста, никогда больше не включай по утрам музыку. Мне это не нравится. Я думала, это бодрит. Я не хочу бодриться. И по утрам бегать я тоже не хочу. А главное, я сама себе нашла репетитора. Ясно. Ну что? Ну, безответственные люди, да? Приручили и бросили собаку такую замечательную. И я не догадалась тебе никакой еды принести. Слушай, а может, в магаз сгоняем, а? И тебе колбасы куплю. Ты колбасу любишь? Пойдем? Пойдем. Тетя Вера! Ой, привет, привет, моя хорошая. А вы что здесь делаете? Здравствуйте. Здравствуйте, Вера Ильинична. Мы к вам буквально на минутку. Хотели поблагодарить вас за то, что вы девочек мою приняли. Ой, да ну что вы, это же дети. За что? У меня у самой две дочки. Правда, уже очень взрослые. Вы как себя чувствуете? Да все хорошо уже. И мужа скоро выписывают. И вот квартиру нам дали. Ой, я совсем забыла. Это вам? Хотела что-то особенное. Но вы же знаете, у нас горело все. А мы тебе вот нарисовали. А это что такое? Так, тетя Вера и дядя Саша. Он же тоже нас спас. Да, он первый вас спас. Девчонки, спасибо большое. Самый лучший подарок. Так что, Вера Ильинична, ничем порадовать вас не могу. Пора платить проценты по кредиту. А нам, извините, категорически нечем. Ну, неужели прям вот, ну, совсем нечем? Ну, как вам сказать, чтобы не обидеть? В общем, можно попытаться пособирать бутылки в ресторане, но, боюсь, наши гости столько не понавыпивали. Ну, почему же сразу бутылки? Может быть, надо искать резервы? Вы меня извините, какие резервы? Какие резервы, не побоюсь вас спросить, скрытые? Я говорила вам, Вера Ильинична. Добрые поступки – вещь рублево-наказуемая. У вас целый коллектив погорельцев и жил за наш счет,
И ресторан кормил их завтраками, ужинами, всех, заметьте. Совершенно бесплатно. И сколько времени? Я понимаю, но мне просто казалось, что это не такие уж и большие деньги. А, давайте посчитаем. Вот в седьмом, да, в седьмом номере дети, значит, сломали шкаф, в 12-м разбили зеркало, из прачечной пришел нехилый счетец за их услуги. В общем, продолжать можно, времени нет. Галина Гавриловна, какая там точная сумма? 248 743 рубля 20 копеек. Вера Ильинична, у вас же есть знакомый банкир. Может быть, вы как-то сумели бы с ним переговорить по этому поводу? Я ужасно не хочу к нему обращаться. Ну, вы меня извините. Хочу, не хочу, извините, но это просто лирика. Если быть богатым и добрым совершенно невозможно, то быть бедным и разборчивым – это, ну, это глупость. Вы меня извините, это глупость. Я очень бы хотела попросить у вас отсрочить выплату по кредиту. Буквально на 10 дней, не больше. Вот, Михаил Эдуардович, обсуждаем с Верой Ильиничной отсрочку выплаты процентов. Я не совсем понимаю смысл подобных обращений. У нас банк, а не благотворительный фонд. И потом... Сумма не такая уж и большая, даже по провинциальным меркам. Но, возможно... Невозможно. Условия договора госпожа Плетнева читала. Она прекрасно знает, что нужно делать. Всего лишь найти деньги и заплатить не позднее указанного срока. С удовольствием. Mm-hmm. Никакой отсрочки не будет. Завтра придется платить. Я не понимаю, что делать. Марья Михайловна, помните, вы мне говорили, что у вас есть знакомый ювелир? У каждой женщины должен быть знакомый ювелир. А он сможет быстро продать драгоценности? Вот мое мнение. Нужно сейчас поискать по друзьям, по знакомым и собрать нужную сумму. Да не могу я каждому объяснять, зачем мне понадобилась такая большая сумма. Вы как будто наш город не знаете. Завтра же ползут слухи, что я разорена. Но это ни к чему, не муж. Ну, в общем, тебе незачем продавать драгоценности. Можно их сдать под залог. Деверь моей свояченицы, он очень хорошо знаком с одним владельцем ломбарда. Это очень известный в определенных кругах человек. Поэтому он сможет точно оценить стоимость ваших драгоценностей и держать язык за зубами. Точно? Ну, вообще-то я знакома с этим человеком. Могу вам сказать, что в нашем городе хранить чужие секреты не может никто. Только Арон Васильевич. Мимуш, миленькая, познакомьте меня, пожалуйста, с ним срочно.
Хорошо. Я сейчас же позвоню. Замечательно. Тогда я поеду к себе домой, возьму драгоценности. Оттуда сразу же поеду к нему. Ну, если вы с ним договоритесь о встрече. Вы меня наберите, как только договоритесь, хорошо? Хорошо. Ничего хорошего. Но теперь ты понимаешь, что мировая экономика – это не совокупность национальных экономик, а в первую очередь единая система, которая объединяет 4 пункта. Да. Международное распределение труда, рынки сбыта, финансы, информационная сеть. Все верно. Вот когда ты мне объясняешь, сразу все понятно. Саша? Здрасте. Здрасте. А вы к нам? Ну да. О, здорово. Познакомьтесь, это Влад, он мне вот помогает с экономикой. Это Саша, он работает в МЧС. Помнишь, я рассказывала тебе? Да, конечно, помню. Очень приятно познакомиться. Взаимно. Я вам помешал, наверное? Нет. Ну, тем лучше. У меня неожиданно организовались выходные, я решил устроить Вере сюрприз. А мамы еще нет? Ну, я на это рассчитывала. Видишь, она отказалась ехать на пикник, и я решил привезти пикник сюда. Я так понимаю, это заготовки. Так точно. Мясо, зелень, овощи, вино 3 сортов. Красота. О, зачем 3? Ну, я не знаю, какое она одобрит. Ну, логично. Может, нам лучше уйти? Не-не-не, давайте устроим семейный обед. Давайте. Поможете мне быстренько накрыть? Да. Танюш, во сколько она вернется? О, сейчас узнаю. Алло, мам, привет. А ты где? Уже едешь? Нет, ничего не покупай. Все, я тебя жду. Все, целую. Пока. У нас минут 30. Пойдемте. Приступим, да. Я возьму. Каким-то бараном себя чувствую, вот правда. Приехал просить руки любимой девушки и устроил скандал. Не парься, не ты один его устраивал. Все равно. С мамой надо помириться. Давай, рассказывай, что она за человек и как к ней подъезжать. Потому что жениться без матери – это бред. А знаешь, что я придумала? Надо маме сказать, что я беременна. Тогда она сразу на свадьбу согласится, все простит и вообще будет в восторге. Асич, ты беременна? Ты что, про... Юр, ну ты что? Это же просто хитрый ход такой, я не беременна. Да ну тебя. Я как дурак обрадовался. Кто такими вещами шутит вообще, а? Прости, я думала, ты поймешь, что это фишка для мамы. Нет, мне такие фишки не нравятся. Мы ей скажем, она обрадуется, потом правда всплывет, она расстроится, и мы все переругаемся. Ну тогда не знаю, придумай сам что-нибудь. Асич, ну если без беременности правда никак не помириться, то, может быть, не врать про нее, а? Ой, как пахнет, а? Добрый день, а что здесь происходит? Здравствуйте. Проходи, мамулечка. Вера, это я явился незваный, просто решил начать неделю своих отгулов с пикника. Помните, вы ехать не захотели, я подумал, что если вы не идете на пикник, то пикник идет к вам. А, ну это замечательно, но совершенно неожиданно. Честно, я растерялась. Я даже не знаю, что вам сказать. Но мне надо уезжать, потому что у меня встреча, это не входило в мои планы. Мам, ну, мамуль, ну вспомни Мимушу. Любые планы можно перепланировать. Кстати, познакомься, это Влад. Здравствуйте. Здравствуйте, Влад, очень приятно. А меня зовут Вера Ильинична. Да. Мне тата о вас очень много рассказывала. Ребята, вы простите меня, я правда не могу остаться, потому что меня ждут неудобно. Ну, пожалуйста, ну хоть разочек, перерешай, пожалуйста. Ну, не от меня зависит, тат. Ну, маму. Ну, я попробую, хорошо. Сейчас, одну секундочку. Алло? Марья Михайловна, здравствуйте. Скажите, пожалуйста, а я могу чуть-чуть попозже подъехать в ломбард? Ну, буквально минут на 15. У меня небольшое дело. Он тебя подождет. Ты помнишь, на Новоникитинской Арон Моисеевич. Все будет хорошо. Не волнуйся. Хорошо, спасибо. Да. Время есть, но его катастрофически мало. Ура! Тогда прошу к столу, мне все готово. Замечательно. Так, ладно, накладываем мясо. Ой, аромат сумасшедший.
Мне первый, потому что мне раньше всех уходить. Спасибо. Держите. Так. И картошечки. Да-да, сейчас. Вот уже. Да, спасибо. Так, мы посмотрим. Это чертовски вкусно. Да? Да, я бы даже сказал божественно. Ну, я не хочу хвастать, но я еще рыбу могу. Да? Ну, рыбкой я бы мог вас порадовать, но мясо действительно получилось фантастическое. Но вы тоже любите готовить? Вы знаете, по необходимости. Живой один, пришлось научиться. Один? А семья ваша где? Родители в Швеции, у меня там папа работает, а своей семьи пока не было. Mm-hmm. Ну, а сами чем занимаетесь? Программное обеспечение. У меня небольшая фирма в Москве. Ну, как хорошо. Ну, а у нас здесь у вас что, командировка? Нет, я в отпуске. Знаете, порой просто уезжаю от всей этой суеты в какой-нибудь маленький городок и наслаждаюсь его тихой жизнью. Не странное увлечение для столичного жителя? Ну, почему же? Согласитесь, когда зимой смотришь в сугроб, не видно всю прелесть каждой маленькой снежинки. Хм. Батенька, да вы эстет? Ага. Стрезон, да. Мам, мне кажется, у вас с Владом много общего. Так, минуточку. Хотя, знаете, о моем занудстве вообще легенды ходят. Это все очень вкусно. И сюрприз невероятно приятный. Но, к сожалению, мне действительно пора ехать, потому что меня ждут. А вы оставайтесь, наслаждайтесь шикарным пикником. Так, может, давайте я отвезу? Нет, нет, я сама, спасибо. Так что приятного всем аппетита, хороших посиделок, я поеду. Тат, можно тебя на минуточку? Конечно. Приятно было познакомиться. Взаимно. Вот. И сама знаешь, так получилось, что 2 недели практически бесплатно гостиница работала. А сейчас пришло время по кредиту платить. И... А у нас что, есть кредит? Небольшой, не волнуйся. Я взяла, ну, мы же ресторан открывали, помнишь? Вот. А платеж, ну, нельзя просрочить. Это серьезно все. Мне ужасно неловко. Тат, но ты не могла бы мне временно дать браслет, который тебе подарила? А, конечно, мам. Сейчас там. Боже. Спасибо. Хочешь это все продать? Нет, ты что? Я заложу в ломбард. Оплачу кредит, а потом при первой же возможности мы все вернем. Ты что, не волнуйся, все хорошо. Просто нужно время. Угу. Вера, у вас какие-то проблемы? У меня? Почему так решили? Вы только не подумайте, что я подслушивал, но слово «ломбард» прозвучало слишком громко. У меня командный голос, да. Если нужна какая-то помощь, вы только скажите, я всегда рад. Ой, вы не вникайте, Саш. На самом деле, это все ерунда, в бизнесе еще так не бывает. Всегда привыкли решать свои проблемы в одиночку. Просто я не считаю это проблемой. Маленький рабочий момент, правда. Хорошо, когда вы освободитесь, давайте увидимся. Я знаю один чудесный способ психологической разгрузки. Вы меня хотите ему научить? Хочу. Ну, не считая того, что я просто не хочу с вами расставаться. Ясно. Хорошо. Тат! А? А почему ты такая грустная вышла после разговора с мамой? Ей не понравились наши отношения? Ну, или в смысле, я ей не понравился. Да нет, что ты. Если маме кто-то не нравится, она так явно дает это понять, что ошибиться просто невозможно. А что тогда? Какие-то сложности? Ты... Наверное, сложности. Я не знаю, просто...
Мама сказала, что у нас кредит и что срочно нужно платить проценты, а платить их нечем. В общем, я просто не понимаю, как ей помочь. А мамина фамилия тоже Плетнева? Да, что? Просто спросил. Но обычно, когда женщины разводятся, они возвращают свою прежнюю фамилию. Нет. Мама говорила, что это глупо и что придется менять кучу бумаг. Да, придется. А как называется ваша гостиница? Верба. Верба. Угу. Хорошее название. Ладно, Тань, было очень приятно посидеть в твоей компании. Спасибо большое. Давайте я завтра наберу, скажу, во сколько мы сможем позаниматься. Хорошо? Хорошо. А ты что, уже уходишь? Да, ты знаешь, мне тут совершенно неожиданно нарисовалась одна маленькая дельца. Да. Извини, увидимся. Ну, что могу я вам сказать, дорогая Вера Ильинична? Иван Моисеевич, скажите мне что-нибудь хорошее, пожалуйста. Царствие небесное. Не знаю, что может быть лучше. Ну, это понятно. А насчет моих украшений что? Учитывая все обстоятельства, а именно вашу давнюю нежную дружбу с моей ненаглядной Мари и мое глубокое почтение к вам, Верочка, я могу предложить вам за все эти вещи не более 100 000 рублей. 100 000? Это очень мало. Мне нужно гораздо больше. Понимаю, но поверьте мне, больше вам никто не предложит. Арон Моисеевич, ну, конечно, я вам верю. Просто я понятия не имею, где мне искать оставшуюся сумму. Достаточно времени, чтобы я мог тебя поцеловать, или нам нужно еще в кино сходить? Я не пристаю, просто спрашиваю. Действительно, дурацкий вопрос. Ты чего так долго? Все хорошо? Да, все хорошо. Мама, тебе Влад понравился? Ну, понравился. Даже какой-то слишком прям хороший, подозрительно. А что, это плохо? Да и нет. Просто не хочу, чтобы тебе потом больно было. Ну, страховки все равно же нет. Нет. Вообще, мне кажется, любовь оправдывает все. Даже безответная. Ну вот. Ну вот. Когда это моей дочери не касается. Вот. А знаешь что? Мне Саша сегодня еще больше понравился. И, по-моему, он очень хорошо к тебе относится. Да что ты? Да. Ты на часы смотрел? Ну-ка быстро в постель, болтушка. Ну, мам. Марина,
Марья Михайловна, ну а среди ваших многочисленных знакомых нет ли какого-нибудь человека, который дал бы денег в долг? Не знаю, под залог машины, что ли? Ага. Значит, нужную сумму в ломбарде выручить не удалось. Нет. Ну, у тебя машина старая, за нее много денег не дадут. О, если бы у меня было хоть что-то, за что много денег дадут. Ну что, сидим, скорбим? Что-то типа того. Совершенно напрасно. Мадамы, честь имею вас поздравить. Мы совершенно спасены. В каком смысле? Так, секундочку, что, банк отсрочку дал? Дадут они, как же, удавиться не дадут. Нет, на наш счет поступило 250 тысяч, как одна копеечка. За что? Неужели бронь? Бронь. Московская фирма. Называется ASD Incorporation. Название дурацкое, неважно. Забронировала у нас весь отель на конец августа. И прислала аванс. С ума сойти. Сейчас-то зачем? Так что расслабьтесь. Есть чем платить. А что за фирма? Ой, не знаю. Это поступила через интернет заявка. Неважно, какая разница. Дают — бери. А не дают — отбери. Ой, замечательно. Мимуш, если у нас теперь все хорошо, и я так понимаю, у нас вроде бы все тихо, я, наверное, поеду с Аськой поговорю. Надоела уже эта дурацкая войнушка. Я тебе никогда об этом не говорила. Но ты будь, пожалуйста, поласковей с Асей, потому что, ну, она ежик, да, ежик, ну, у нее такая ранимая душа. Асика, господи, ну, в принципе-то я не против. Ну, хочешь, выходи ты замуж за этого своего Юрка, если уж вы так серьезно настроены. Ну, просто все надо решать по-человечески. Например? Ну, например, как минимум, ты должна переехать домой, я так считаю. Потому что ушла, как воровка какая-то с узелком. Слушай, встречайтесь на здоровье, готовьтесь вы к этой своей свадьбе. Тебе же никто ничего не запрещает. То есть ты на все согласна? Ну, а что, я враг своему ребенку? Ну, конечно, я согласна. Но просто я тебе еще раз повторяю, что все нужно делать по-человечески. У нас сейчас есть финансовые трудности. Поэтому я считаю, что свадьба надо назначить на, там, например, на будущую весну. Но это будет разумно. Но это же почти целый год. Ну что? Очень много времени будет, чтобы подготовиться. А уже после свадьбы переезжай куда хочешь, живи как хочешь, твое дело будет. Вот я лошарик-то уши развесила. Ты о чем? Да обо всем. Ты думаешь, я не понимаю, к чему ты клонишь? Ты что, решила таким способом оттянуть нашу свадьбу в надежде, что я передумаю? Аська, ну что за бред? Да не бред, мама. Если у тебя есть какой-то план, то я тебе его разрушу. Я не собираюсь откладывать нашу свадьбу, понятно? А вот теперь угомонись, пожалуйста, и послушай еще раз, что я тебе скажу. Нет! Ты все сказала, я все сказала. Mm. И это мой дом, а Юра мой муж. Mm-hmm. И домой возвращаться я не собираюсь. Очень взрослая стала, да? Вообще я беременна. Что, прости? Ася!